У самого большого в мире ледокола «Свердловское сердце». Оборудование для паровой турбины корабля изготовили на уральском предприятии. Атомный ледокол «Арктика» уникальный, он самый большой и мощный в мире. Его длина составит почти 200 метров. На уральском заводе изготовили цилиндры низкого давления и конденсаторы для двух паровых турбин ледокола. В первое плавание судно отправится в 2017 году. На Свердловском предприятии, где изготовили комплектующие для ледокола, сейчас проходит модернизация. Завод уже готов произвести любую паровую турбину на уровне лучших мировых аналогов. И участие в таком крупном проекте, как ледокол «Арктика», тому подтверждение. Тот заказ, который у нас разместил Атомфлот, Кировэнергомаш, наши партнеры по проекту, мы выполнили в срок с надлежащим качеством, что мы и удостоверили с представителями морского регистра. Хочется поблагодарить руководство области и, собственно, всех участников этого проекта.